Четыре знака зодиака, которые наименее всего склонны к сопереживанию. Ничего не заставит эти знаки проявить немного сочувствия. Кроме того, они более упрямы и бескомпромиссны, нежели остальные. Им нелегко проникнуться чувствами окружающих. Они не отличаются особой чуткостью, и добиться их прощения тоже достаточно сложно. Телец. Тельцы невероятно бескомпромиссны, что может быть и хорошо в отдельных ситуациях, но в большинстве случаев эта черта характера никак их не красит. Прощать и забывать этот знак точно не умеет и отличается очень навязчивой злопамятностью. Иногда даже складывается впечатление, что он испытывает определенную любовь к обидам. Кроме того, Телец достаточно эгоистичный человек, которого волнует только его собственная жизнь, а проблемы окружающих для него являются пустым звуком. Он даже не пытается понимать, что могут переживать другие. В конце концов, по его мнению, все остальные люди должны уметь самостоятельно решать свои проблемы без дополнительной помощи. Весы. Весы считают, что в сложные времена нужно заботиться только о себе. Это идеальный способ защитить свое личное пространство и не выглядеть слабым и уязвимым человеком. Поэтому, если окружающие люди просят весы о понимании и помощи, этот знак залегает на дно и делает вид, что ничего не слышит. Весы действительно предпочитают беспокоиться только о себе. Иногда они могут жутко обижаться и долго копить злость, даже не стараясь взглянуть на вещи с точки зрения других людей. Мало того, они могут поступать подобным образом и с самыми близкими. Чужих проблем для них чаще всего попросту не существует. И вообще, весы хотят, чтобы их максимально оставили в покое и не забивали им голову подобными глупостями. Скорпион. Скорпион – это определенно самый страшный знак, особенно когда он в гневе. Если кто-то обращается к нему за помощью или просит войти в чье-либо положение, скорпион с большой долей вероятности это проигнорирует или откажет, прикрывшись маской своей постоянной загадочности и недоступности. Такое недоверие, холодность и скрытность отталкивает людей от скорпиона. А еще он напрочь отказывается простить даже самые крошечные ошибки и будет долго карать обидчика вместо того, чтобы проявить хоть немного эмпатии. Слишком жестоко? Может быть, но такова уж суть скорпиона. Козерог. Личность с наименьшим запасом прощения и понимания – это, вероятно, козерог. Он упрямо движется вперед и празднует свои победы только с самим собой. Этот знак, конечно, пытается относиться ко всем одинаково, но когда в ситуации требуется хоть малейшее проявление сопереживания, козерог включает режим безразличия. Это очень неумолимый знак, потому что он считает, что любой взрослый человек должен сам нести ответственность, справляться с проблемами и отвечать за свои ошибки. Его поведение и отношения обычно выглядят как очень снисходительное, а то и несколько осуждающие в стиле «сами виноваты». Друзья, чтобы не пропустить новые и самые редкие гороскопы по знаку зодиака, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Увидимся и услышимся в следующих видео. Вы были на канале «Гороскопы».